Герої не вмирай! 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 Дорогі ніколаївці, дорогі друзі, побратими, воїни вооружених сил, збройних сил і воєнно-морських сил України. Я прибув з групою офіцерів і рідним братом погибшого воєнного моряка, старшого мічмана Сергія Козакова, який пройшов обучення і підготовку на нашій Ніколаївській землі. Пройшов підготовку на широкому лані. І від ненависного російського агресора погиб, захищає нашу рідну Україну. Захищає цілісність. Остались жена, вдова і діти. Діти сироти війни. Дочь и сын. Сегодня в этой машине труна с погибшим воином. Дома ждут его отец и мать. Дома ждут сослуживцы. И спасибо вам, ніколаївці, мои дорогие друзья, что вы помогли и помогаете, и поддерживаете наших бойцов и командиров в той страшной, ненавистной, жестокой, кровавой войне, которую навязал мировой преступник, кремлевский зверь, а его полчища топчет нашу украинскую, священную, благородную землю. Пусть земля будет пухом Сергею и вечная память. И низкий поклон вам, уважаемые дорогие ніколаївці, за гостеприимство и ту помощь, которую вы, волонтеры, оказываете бойцам и командирам на Востоке. Поддерживаете и морально, и духовно, и материально. Низкий вам поклон. Имею честь сказать вам большое солдатское спасибо за ваше благородство. Спасибо вам. Он был командиром, старший мичман Козаков. Он представлен командованием к воинскому званию лейтенанта, имеет высшее образование, погиб, спасая 8 своих побратимов. Спас, а сам остался. Спасибо, двое деток, Анечка и Андрюша. Спасибо, спасибо, спасибо. Андрюша младший, Анечка старшая. В мирное время занимался... В основном только семьей, детьми, никому никогда ни в чем не отказывал. Это может подтвердить любой житель города Очакова, Николаева. Очень жалко, я не могу сейчас это осознать, как бы, что это случилось. Ну, кто в этом виноват, они за это заплатят, я обещаю. Герои не вмирают! Герои не вмирают! Герои не вмирают!